В новом микрорайоне Арбан-Абакана появился собственный детсад на 330 мест. Сегодня состоялось официальное открытие Дашеньки. Виктор Буров расскажет, какие условия созданы для воспитателей и детей. Дашенька, необычный детский сад – это скорее сказочный дворец площадью 5500 квадратных метров. Яркое здание, оснащенное самой современной мебелью и оборудованием. На улице целый мини-город для развлечения. Дашенька стал вторым дошкольным учреждением в Абакане, где организованы ясельные группы для грудничков с 2 месяцев. Всего садик готов принять 330 малышей. Тем более мы живем в соседнем доме, 41-м. И мы будем, нам легко будет сюда ходить, недалеко. И мы на всем протяженности видели, как строится этот садик. Дашенька, 48-й муниципальный садик столицы. Строители возвели здание менее чем за 1,5 года. Удобством позавидует любой взрослый. В саду есть собственный спортзал с современными тренажерами. На первом этаже просторный бассейн. Занятия в нем будет проводить инструктор по плаванию. Плавание стало очень важно. Оно развивает легкие, позвоночник, сердце. То есть для детей это очень полезно. Развиваться, организм их растет. А еще воспитанники детского сада смогут изучать хакасский язык. В общем, есть все для полноценного развития и счастливого детства малышей стремительно развивающегося жилого района Арбан. Новый садик обошелся почти в 200 миллионов рублей. Большую часть средств выделил федеральный бюджет в рамках национального проекта. Я искренне надеюсь и верю, что этому детскому саду впереди будет, у этого детского сада будет много-много счастливых моментов, побед всевозможных, каких-то подарков, развития. И надеюсь, что уже дети вот этих маленьких детей, Дашенек, Филиппков, будут приходить сюда. Детский сад уже полностью укомплектован. Самому маленькому воспитаннику на сегодняшний день 3 месяца. Дашенька откроет свои двери уже в понедельник. Виктор Буров, Игорь Бриханов, Вести, Хакасия.